Вот еще одно чудо. Самостоятельное. Прикольное. Я хочу показать, ну, лютина. Да, глазки вот как у всех лютин. Вишневые. Плюс он пестрый, видите, такой неоднородный. Перлушечки есть. И еще есть коричность. Здесь он получается пестро-перловый лютино-корицевый. Прикольный птенчик. Конечно, он, как и все птенчики, суперручные. Да, Масечку, да. Да, не только я так могу гладить, но и вы. Да, да. Тоже немножечко линяет. Птенчики все полностью самостоятельные. Они становятся полностью самостоятельными. Потом я наблюдаю. Я не спешу. То есть у меня нету такого возраста, что в 2 месяца надо отдать. Нет, я не спешу. Я смотрю, когда птенчик вот полностью самостоятельный. Что кушает. Все.